любителям итальянского футбола. И добро пожаловать на футбол, который не только порадует глаз, но еще и забит. Появляется, и это отдельная совершенно история, Инсини очень часто. Она не так далеко от зоны Еврокубков, которую как раз-таки Наполи и замыли игр текущего сезона. Сезона 2020-2000, который в настоящий момент действует в чемпионате Италии первыми на футболе. По старушке Европе, да по всему миру, поэтому есть в этой игре Федерико Чеккерини, он сегодня есть, но привыкаем. С капитана команд прямо сейчас обменивают Вероны, Мигел Велозу, травмирован, и, соответственно, сегодня он не играет, и остался Дженаро Гатузо. Хотя теперь с первым трофеем Амперини. Футбол Вероны привлекает, футбол Вероны кого-то даже по поводу его ближайшей, скорейшей отставки утихает. Момент тут же выйдет из глубины поля на ход, практически на свободное пространство, и Ирвин Лосано направляет мяч в сетку. Ирвин Лосано открывает счет уже на 12-й секунд. Была ему предоставлена, немножко так улыбнулся Марко Сильвестри, и реализовать, довести до ума капитан команды Фараони. Он делает подачу, естественно, на эмоциях, старается отыграться как можно скорее, но тут должен. Атаку проводит Петр Зелинский, есть момент для удара, Зелинский передачу отдает. Все карьеры Сильвестри, он ведь в свое время в Англии играет. Марко Сильвестри, и постараются просто сыграть в мяч, никто не старался сыграть в тело, в корпус, просто хорошей передачи в этом матче в составе сборной Италии. Человек, который во многом поспособствовал 12-й секунде встречи. Если где сыграла в ничью с Торино 1-1 в 15-м туре Верона. Логично, когда речь о команде, не обладающей сильной команда в текущем сезоне. Тем не менее, неаполитанцы подают штрафной. Петр Зелинский таким образом развивается. Милан на своем поле без шансов проиграл Аталанте. А вот сейчас первого футболисту хозяев поля. Ай-яй-яй. Ювентус Наполи. И корпус удачно ставит. Момент. Калинич. Штрафной площади. А бить-то кто? Передача. Дзакани находился в положении вне игры. На левом фланге. Как вариант, Кюсей, соответственно, может. Мне кажется. Фол. Кует и чаще, пожалуй, проводит время на плане поля Сапи. Чем славится Лоренцо. Подача на ближнюю штангу. Скорость, он смещается в центр. Передача на партнера Хюсай. Прострел, удар и... простреливать. Не стал какой-то жесткий пас туда сильно отдавать. Отца в него и не позволяет тому легко дышать. Момент. Удар, поворот. Димарко. Борьба, борьба, борьба. Наполи нужно как можно скорее. Чешил, старался вынести мяч, но в какой-то момент, да, не поделили. Штрафной площади. Дриблинг включает Инсинье. Инсинье ходит в атаке. И Наполи в обороне чувствует себя увереннее, но Верон... Здорово. Дим Максимович ошибается. Дзакани обкрадывает. Вот Дзакани покатило. Почему? В чем думал Максимович? Во-первых, слишком долго принимал решение. Дзакани дива как хорош. Подача, штрафную площадь. Момент. Пятница. Лосано продолжает идти дальше. Дамет. Но давненько мы не видели от него активности. Хюсай. И чехи. Дзакани. Лазови. Продолжается атака теперь уже вторым, а то и третьим темпом Веронский. Если раньше был Лоренцо Инсинье, то уже в те годы было понятно, парень очень талантливый. Слишком много свободного пространства оставили сопернику сейчас футболисты. Но тут Димарко поддержал атаку, да, и Димарко в каком-то... И Димарко совершенно беспрепятственно наносил туда. Нет. Димарко, да, их очень легко перепутать именно на... Арендован до конца сезона. Травма, и вновь достается Максимовичу. Ну, тут такая... немножко задел по касательнице Ильич. Димарко. Ну, конечно, после того, как удаложенный замах, второй подача штрафной. Удар может состояться. Не совсем понимает голкипер команды, почему в обороне так добрал очков и мог гораздо больше получить. Лосано. Лосано. Лосано сделал движение в левую сторону, а потом чуть-чуть радует. Лосано. Свободное пространство. Есть возможность для водки. Красавец. На какой же спокойствие? Пас направо, Фараони. Мягкий забрал штрафную. Я думаю, что максимум минуту этого матча, но обрела ту самую игру, которая отличает. Здорово, с атаки
Второй тайм, подача штрафную. И чем отдает передачу на партнера? Давидович грузит, и Алекс грубых фолов. Хотя несколько раз за первый тайм доставал центральную защиту. Синяя. Подача в штрафную, но слишком высокая, да. Мяч покидает пределы поля. Зелинский передача низом, хотя... Давайте. Хюсай. Подача штрафную. Томес. Ему 26 лет, но о нем я расскажу подробнее чуть позже. Относительно молодой Фуман. Но нужно освежать состав. Закани Ильич у мяча. Штрафной удар в пользу хозяев. Ильич подает. Выход. Например, Дрис Мертенс. Изменится формация. Не будет большого нападающего впереди. Но... Фараони штрафной. Набирает скорость. Закани может пробить отсюда. Закани. На выезде на стадио Олимпико в Риме протяжки. Атакующий полузащитник. Пободался. Декармин. Максимович не успевал, а Бакоюко откровенно смотрел футбол. Вот вам и... Пока отвлекся немножко на календарь. Хозяева танцев. Дзакани. Хорошенько питание от Гюнтера. Питание, передача на Мертенса. От Гюнтера ушел питание. Казалось бы, вот это многотонная фура против Аталанты, когда неаполитанцы неожиданно легко разгромили падение. Но, похоже, ничего не было, иначе назвать это какой-то блокировкой. 70 миллионов. Это что-то совершенно фантастическое. В атаке. Три замены. Подача на ближний угол вратарской. Но здесь Лосано, а перед ним возникает Томес. Один в один. Он любит, умеет обыгрывать. Оставляет мяч Хюсаю. Хюсай штрафной, но... Юбилейный в каком-то... Они заполнили бы как минимум процентов на 60 сегодня арену. И вполне возможно не... Он ожидал, что там каким-то образом стремительно появится Осимхен. Томес. Закание. Есть свободное пространство, но слева не поддерживает его лап. Ухода с футбольного поля Лоренцо Инсиньес. Капитан. Звучит свисток. Все-таки Ильич бьет поворотом. Ближнюю. Барак может отсюда и пробить. Седьмой номер. Удар поворотом. Номер. А в руку вполне возможно. Разящая атака. Декармине. Не... Верон. Это Италия. 14 матчей за Верон. 14 матчей за Верон. Удивительно, доказывать, еще раз доказывать. А это эпизод, когда по ногам получил Бесили. А в сезоне 2018-2019 был заявлен, но... Отсюда пробить! 21 номер Политано! Слишком в дальнюю девятку в такой ситуации, когда ты собираешь на себе троих защитников. Поворотом рикошет! Еще одна попытка! Лазович забивает! Обязан был Дзакани забивать после. Мина все правильно абсолютно сделал. Здорово пробил. Был, но окончательно добивает соперника. Счет становится 3-1. Пользу падает с учетом игры за Суперкубок Италии как на поле. Как он там после замены? Подача. Далеко не лучшим образом передвигается по футболу.